Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «На лавочке» и я ее ведущий Сергей Ижукин. Сегодня у нас в гостях гармонист, общественный деятель, руководитель Истринского клуба гармонистов «Муравушка», генеральный директор ООО «Истра Климат» Валерий Николаевич Болотов. Здравствуй, Валера! Здравствуйте. Я очень рад, что мы уже второй раз встретились с вами. Вы уже были здесь 2 года назад у нас в студии. И вот вновь вы здесь, и мне очень приятно, что сегодня вы не один, а с молодыми людьми, и мне бы хотелось, чтобы вы вот представили, кто это с вами приехал. Это мои дети, мое подрастающее поколение, младший Константин, старший Станислав. Вот мы... Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здрасте! Молодцы! Спасибо за представление. Смотри, я знаю, что вот клуб гармонистов «Муравушка», да? Вот как пришла идея создать этот клуб? Откуда оно появилось? Либо где-то вы были, что-то подсмотрели и решили у себя это сделать. Вот как пришла идея? Ну, сначала, наверное, идея пришла все-таки на гармошке вообще учиться играть. Пришла она недавно, 3 года назад. Вот она была неожиданна для меня и для моих родственников, что я решил учиться гармонии. Гармонию до этого не слышал вообще вот в жизни своей. Вот. Хотя наш дедушка говорят, что он играл, но он умер в 1974 году. Никто этого, я не помню. Не застали. Да, и как бы, а так вот как бы вот в нашем окружении, ну да, там баян видел, аккордеон видел, там гармонию не видел. Вот. И вот неожиданно для себя купил гармонь Куликово поле. Начал пытаться что-то там делать. Вот. После того, как я начал учиться играть на гармонь, то, естественно, мне захотелось познакомиться с людьми, которые тоже любят этот инструмент, играют на нем. Вот, и, то есть стал общаться в интернете, стал ездить по концертам. Вот, и как это мне стало обидно, что вот я живу в Истре, и за 5 лет ни разу не слышал гармонь. Я подумал, вот, а другие же тоже ее не слышат. Вот, и как бы решил показать нашим истринцам, что гармонь существует. Я бы хотел вот еще спросить, что вы, я так понял, раз дети есть, женаты. Как к этому относится ваша супруга? Сначала жена была категорически против. Представьте, как зовут ее? Екатерина. Екатерина. Вот, она просто кричала, что ненавидит всей душой гармонь, народные песни, народное творчество, потому что она человек, ну, молодой, помоложе, чем я, любил больше такие, попсу. Ну, да, попса там, ритмичное, наверное, что-то такое. Ну вот последний, наверное, год, вот у нее появилась тоже дикая любовь к гармонии, к народному творчеству. То есть она с душой все теперь стала слушать, подпевать. Вот на следующий концерт, на этот она побоялась, на следующий концерт мы выйдем уже всей семьей. Вот супруга Катя будет петь, мы будем играть. Отлично. Я знаю, что у вас вот проходил буквально недавно концерт. Какого числа это был? 1 апреля. 1 апреля, да. О, праздник хороший, 1 апреля. Мы были тоже на этом концерте. И вы там исполняли уже со своими детьми какое-то произведение. Возможно, сейчас его послушать здесь у нас в студии. Да, конечно. Ребята, вы как, готовы? На все 100. Ну, давайте попробуем. Поехали. Thank you.
Спасибо, спасибо. Ребят, к вам вопрос. Как долго вы уже занимаетесь на гармонии? Ну, я занимаюсь примерно 3,5 года. 3,5 года. А ты? 2 года или 1. 2 или 1. Ну, это срок большой, 2 или 1. Ты уж определись как-то. Ну, пусть будет 1, ладно? Хорошо. Вот к вам опять обоим вопрос. Вам нравится? Или это заставляет папа играть? Ну, нравится, разумеется. Нравится, да? Если бы не нравилось, мы бы не играли, да? Это очень хорошо, потому что гармония, она помогает в жизни, Валера. Как попасть в клуб? Вот я не знаю, как. Ну, обычно там какая-то инструкция должна быть, или надо какой-то конкурс пройти, или что-то такое. Вот клуб гармонистов. Кто в него входит? Наверное, понятно, что гармонисты, ну как? Да. Ну, просто люди, наверное, все, которые любят гармонь. То есть вот на наш концерт приезжают, вот вы приезжали. Мы всем рады. Вот. Есть основной какой-то такой небольшой костяк, так скажем, человек там 5, которые постоянно на месте живут, которые поддерживают, продвигают это все. Все остальное, это, конечно, наши гости со всей большой России. А как вы приглашаете? Это созваниваетесь или просто даете афишу и желающие все приезжают? Ну, на самом деле, когда эти приглашения на концерт, меня очень пугает. Потому что я как только вывешиваю афишу в интернете, что происходит концерт там в городе Истра, и у меня телефон просто перестает замолкать, вот, и всех пригласить невозможно, приходится отказывать. И это как бы неудобно, как бы. И все равно к нам приезжает очень много. То есть каждый концерт там длится от 3 и 4 с лишним часа. Ну, последний концерт 1 апреля, по-моему, 3,5 часа. 3:40. 3:40. Вот. Это очень хорошо. Вот я в интернете смотрел, ну, как бы выступления ваши еще особо не нашел. Нашел там некоторые такие кусочки. Я думаю, что мы их обязательно покажем. Но я знаю, что на открытии вашего клуба присутствовали Инна Каменева, да? Да, и Владимир Бутусов. Да. Были такие, да? Я Каменеву слышал, ну, давно. Ну, молодец она, у нее голос такой хороший, звонкий, язычный. И, дорогие друзья, я думаю, что мы сейчас вместе с вами посмотрим небольшой отрывочек из этого концерта на открытии клуба «Муравушка», город Истра, и вернемся вновь в студию. Итак, смотрим. А голосочки тонкие, звонкие, а у моей гармоники, а мы все по дня, вот призывные, а завтра будем конники, а мы все по дня, ой, призывные, а завтра будем конники. А не грусти, моя Настасья, любимая залёточка. Она мне серая шинелька, зелёная пилоточка. Она мне серая шинелька, зелёная пилоточка. Поезд уходит далеко, ты мне помашешь рукой. Много я девушек встретил, только не встретила такой. А помню тебя перед боем в дымке разрывов гранат. Платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. А мы к войне давно готовы, но мы войны, ой, не хотим. А
свою не отдадим, а нам чужой земли не надо. Но и свою не отдадим, а нам чужой земли не надо. Но и свою не отдадим. Hey! Дорогие друзья, мы вновь в студии. Я еще раз напомню, у нас в гостях семья Болотовых, гармонисты из города Истры. Ну, папа руководитель клуба гармонистов «Муравушка» в городе Истры и его два сына, которые только начинают свое творчество, взяли в руки в гармонь. Мы вот спросили у них, что им это нравится. И это вдвойне приятно не только мне, но отцу, наверное, по-моему, еще больше. Валера, вопрос такой. Какие вот цели, что вы ставите перед собой? Какие задачи именно клуба «Муравушка»? Ну, цели, чтобы гармонь, ну, в первую очередь показать. Вторую, хотелось бы создать школу по гармонии, музей по гармонии. Я уже разговаривал с монастырем Новосолинским. Целый год мы вели переговоры с Истринской музыкальной школой, привозили туда и Павла Уханова, и других гармонистов, показывали, чтобы учителя увидели, как дети реагируют на гармонь, потому что когда дети сидели такие вот понурые, и тут начинала играть гармония, они подпевали, плясали, вот, но пока как бы все, ВОЗ все там же, но я надеюсь, что как бы все-таки я его сдвину, будет и школа музыкальная, и музей будет. И вообще хотелось бы как бы вот, ну, не знаю, даже вот объединить, наверное, вот, чтобы наши песни вот не забылись, показать их. А в Истре есть музыкальная школа вообще? Музыкальная школа есть, обычно. Ну, а если открыть просто в музыкальной школе, открыть класс гармонии? Вот я ходил туда, доказывал, то есть, говорю, мы приезжали, собирали детей, делали для них концерты, для детей, учителя, директор школы, все это смотрели. Хлопали, танцевали вместе с нами. Вот. Но потом говорили, да нет, вот понимаешь, там вот ставки нет, там того нет, этого нет. Там. Вот. Все понятно. Мы, наверное, сейчас еще раз прервемся на небольшую паузу и посмотрим. 9 мая 2015 года был концерт у вас в Снегирях, да? Да. Вот посвященный 70-летию. Кто организовал этот концерт и как вы вообще туда попали? Вас уже как клуб приглашают или же что-то другое? Не, мы вообще как клуб как бы уже, ну, наверное, признаны. То есть, если взять там вот премию губернатора, которая каждый год проводится, то есть я дважды лауреат этой премии. Угу. Первый раз там получал второй степени, потом третьей степени получал. Вот. Но я сказал, что я буду подавать заявку, пока первой степени уже не дадите. Вот. А так нас всегда на городские как бы праздники все приглашают и на вот, День города, и День независимости России. В принципе, на каждой площадке сейчас присутствуют наши гармонисты. Это очень хорошо. Ребят, вопрос к вам. Станислав, вот давай скажи, пожалуйста, вот тебе какие из народных исполнителей или песен, так скажем, нравятся? Вот быстрые или медленные, заводные или юморные, частушки? Вот что тебе больше к душе? Ну, мне нравятся быстрые, заводные. А почему вот сейчас начали с такой вот лирической песни? Ну, мы все решили так сыграть вместе. А, все, семья решила, поэтому и сыграли. А в основном нравится, да, тебе вот такое вот? Быстренько, чтобы можно сыграть. А тебе? Тоже быстро. Тоже быстро. Папа заставляет медленно играть. Я так и понял. Папа только лиричный. Папа, душевный, да, папа только лирик. Ну, ничего. Сейчас подрастете немножко. Скажет, папа, подожди, дай сыграем нормально, а потом... Ну, они сейчас играют. Вот Станислав играет, и джаз играет на гармонии, и Шизгару играет на гармонии. Давайте послушаем кусочек хотя бы. Можно? Можно? Давай, Станислав, попробуй. Thank you.
Спасибо, Станислав. Спасибо. Как бы эстафету. Давай попробуем теперь, что Костя сделает, да? Какие произведения сможешь сыграть? Калинку. Хотя, а? Калинку. Калинку. Давай попробуем калинку. Послушаем. Спасибо, спасибо, Костя. Я смотрю, как Станислав перебирает пальцами. Брату помочь надо немножко, да? Молодец, умница. Ребят, к вам вопрос. Вы это учите на слух или же по нотам как-то? Мы по нотам учим, по самоучителю. По самоучителю. Это с интернета или вы купили самоучитель? Мы купили самоучитель. Купили. Есть самоучитель, и вы по нему дали. Ну что, ну, дошла очередь. Самоучитель, кстати, очень хороший. Дербенко я тоже всем советую, очень доступно, потому что я покупал раньше там Лондон, еще какой-то есть, вот, и по ним мне не получалось, то есть там как-то вот нет души, и Дербенко все-таки более вот он... Ну, Дербенко он более к гармонии, а остальные все идут класс баяна, с баяна просто на гармонь переделывают. Итак, дорогие друзья, наши гости из Истры, семья Болотовых и, конечно же, знаменитая «Яблочко» в их исполнении. Прошу. Что ты уже петь как бы начал, да? И вот буквально 1 апреля концерт «Шутки» был, и вышел ты там Зиночкой. Зиночкой. Представляете, Болотова Зиночкой. Это что-то. Был посвященный 23 февраля, по-моему, да, концерт. И там все были практически в форме военной, и вы вместе с Геной Аксеновым, да, исполняли какую-то песню. Не напомните? Там я исполнял «Одинокую гармонь». И мы так давно не отдыхали. Мы так давно не отдыхали. Дорогие друзья, давайте мы посмотрим кусочек этой записи в исполнении Валерия Болотова и Геннадия Аксенова видео. И опять вернемся к нам в студию. Смотрим. Нам было просто не того, только с тобой.
Мы вновь в студии с прекрасным семейным ансамблем Болотовых. И вот я смотрю на ваши гармонии. Это тульская гармония, да? Тульская. Тульская. Почему предпочтение вот именно тульской гармонии, там, не шуйской? Ну, очень звук хороший. И басы здесь очень сильные, если взять на шуи. Угу. На шуи, кстати, вот голоса мне больше нравятся. А вот какие мероприятия вы, помимо концертов, какие вы еще мероприятия проводите? Помимо концертов мы ездим постоянно в пансионаты, дома престарелых. То есть просто благотворительностью вы тоже занимаетесь. Какие ближайшие планы вот на годы? На годы я больше говорю даже. На годы я бы хотел сделать серию концертов по России. Только не по маленьким зальчикам, вот как Истра, вот я считаю, это маловат, а по таким, где 1000-1500 мест. Mm-hmm. И все-таки попытаться собирать такие залы, чтобы люди туда приходили и смотрели. Но это сложно. Ваши пожелания? Мои пожелания – это людям все-таки не забывать свои традиции, не забывать свои песни и петь за столом, показывать своим детям, что это есть, что это существует, что это было, чтобы не только попса, чтобы не только иностранная музыка забивала и входила в ума наших детей, а чтобы все-таки наша народность передавалась, потому что там душа наших предков и наша тоже. Спасибо. Костя, вот ты, как говорят, устами младенца глаголит истина. Что бы ты пожелал нашим телезрителям? Куда прямо в камеру смотреть? Ну, чтобы все то попробовали поиграть на гармошке. Может понравится. Станислав. Попробуйте поиграть на гармошке, нужно каждому. А там, как Костя и сказал, кто уже, кому понравится, кому нет. Потому что это больше специфичный такой музыкальный инструмент. Вот тебе гармонь помогла вот в жизни? Вот сейчас ты стал играть, там девушек больше у тебя стало знакомых. Я к примеру говорю. Как-то она тебе вот, или ты просто играешь и все? Ну, я больше играю для себя, а как-то мне потому что это нравится. Угу. А в школе еще не знают, что ты играешь? Ну, знают. Знают, но на вечерах там где-то выступаешь? На вечерах, ну да, когда ты выступаешь. Когда просят? Да. Ну хорошо. Главное, ты не отказывайся, выступай.
Дорогие друзья, Валера, что ты хотел сказать? Мы в школе, кстати, делали показательный урок. Вот приезжал Алексей Ефимов, Андрей Ивлев и Геннадий Аксенов. И показательный урок мы делали. Всем детям очень понравилось, все довольны. И учителя опять так же все хлопали. Я говорю, ну все хлопают, все радуются. Я говорю, ну вот никто дальше почему-то дело не идет. Я думаю, что если такие гармонисты, такие люди, как Валерий Болотов, вот, семья Валеры, Костя, Станислав, будут у нас в России, я думаю, что гармонь наша будет жить. В заключение нам осталось только попрощаться с вами, пожелать вам здоровья, счастья, удачи. Смотрите передачу «На лавочке», и вы будете совершенно по-другому относиться к русской песне. Спасибо вам, ребята, огромное за то, что вы нашли время приехать сюда к нам в студию. До новых встреч, до свидания!